Смотри, какие тут негры эти покрывальцы продают. Бизнес такой хороший у них. Люди хотят на травке сидеть, покупают у них. Видите, вон они там их продают. Молодцы. Смотрите, так прикормили яблочко, дали попугаи. Ой, еще и дерутся, заразы такие. Смотрите, как семечки дали, они кушают. Вон. Вот такие прижучные, вон сколько там, какие там сидят. Дерутся, заразы. Ой, разыгрались, ой, разыгрались. Ой, вот еще яблоко. А у них еще номера висят. Смотри, вон они, вот медальончики висят, смотрите. А они не украли, им повесили кулончики с номерами. Ой, как хорошо. Ой, этот маленький с кулончиком. Давайте посмотрим, какой у них кулончик тут. Ой, улетел-то с кулончиком, жалко. Кулончиком. Ой, какой-то злой сидит, рвется. У них есть кулончики, ага. Он сейчас придет. Да, у них номера на кулончиках. У некоторых, вон у этого кулончик. Вот тут люди не работают, вот чёрт-то чем занимаются. У меня, смотрите, да. Ой, всё, это классно. Отлично. Валю, валю. Нормально? Пожалуйста. Леону тоже дают, смотрите. Ой, Тимота все кушает. Сейчас я ему 5 евро дам. Ребенка. А все, видите, все уже съели. Все съели! Все съели, да. Вот туда перейдет. Ладно, я ему дам денежку. Ты тут все мозги вышивешь своей сестрой. Смотрите, тут как красиво. Вот, зашли. Вот сегодня вот музеи такие, вот все они бесплатные. Это первое воскресенье месяца, запомните. Вот, можете гулять. Ну, тут-то, наверное, бесплатно, может, кажется. Ну, красиво так сделано. Вот, ну вот разве это не... Октябрь месяц. И представьте, и в декабре, ну, может, и несколько там дождливых дней бывает, но днем, если выходит солнце, все, тепло сразу же. Ну, вот тут тоже, смотрите, свободный вход. Тоже цветочки. Оранжерея это же. Кстати, мы в Валенсии были, там тоже, тоже такие оранжереи были. Там играют в танцпарке. Такие же. Оранжереи. Всякие у нас тут. Объясняют, как выращивать.
пошли, да, кирдыки. Триумфальная арка, это не нет. Арка де Триумф. Когда-нибудь отремонтируем. Ну что, уже столько лет уже. Так, мы сходили, подкрепились, поели. И сейчас Лапласа де Ой, Лапласа де Испания. Вот, и теперь мы идем в Национальный музей. Все мамы не хочет ничего протирать, попросили жить чертили. Так а папа-то на что? А папа почему не протирает ничего? Все мама. Все на маму, бедную. Все на маму. Ребенок у нас тоже идет, все снимает. Сейчас вы снимаете. Я тоже все хочу. А, народище там, мама народище. О, сколько там народу. А вот он, это, поющий фонтан, но он выключен. Вот там вход. Да. Музей Каталонии. Ага, музей Каталонии национальный. Вот я просто вам показываю. Вот. Ну, это этот, Королевский дворец вообще-то. А это вот поющий фонтан, но он, к сожалению, не работает. С фонтанами у нас будет труба в этом году. Вот такое плачевное зрелище из-за дефицита воды. Боже, я никогда такого не видела. Ой, да чё ж мы дожили. Даже фонтан центральный выключили. Господи. Мама дорогая. Вот так. Да вроде столько дождей был. Когда уж он восполнится-то у нас? Когда восполнится? Слушайте, так испугалась лесенка, как увидела. Но нет. Тут есть подъемник. К сожалению, закрыт мост. До 3 работал сегодня. А, до 3. Мы не успели. До 3. Красоту такую посмотреть. Вот еще одна, смотрите, панорама Барселоны. Там впереди, смотрите, Саграда Фамилия. Ну, пока мы еще пока до нее не добрались, в следующий раз. А сейчас мы пойдем в парк Гауди. Ладно, нашли их в другое место, куда пойдем. А, национальный парк, в следующую субботу съездим. Какая панорама. Везде кругом музыка, музыка кругом. Ладно, все, пошли мы.